Хей, всем здорова, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть за кривой месяц в Total War Warhammer. Итак, воюем мы с вами с узлами на башке. Война у нас идет, к сожалению, в одну сторону, безответная. Ничего они нам не могут противопоставить, ихние города все пустые пустошенки. Да, никого там нету. Тут вот затерялся один стак полудохлых орков, но, блин, ну он ничего не сделает. Ничего. И тут тоже один лорд. Дубина. Так, ну и что еще у нас ждет с вами сегодня? Как минимум, я так думаю, две интересных осады. Леонес и осада все-таки Альдорфа. Попробуем сделать сегодня штурмом. Не знаю, что из этого все выйдет. Но будем стремиться к победе, как в прошлой серии за Пароворн, если вы не посмотрели эту серию, обязательно посмотрите, там довольно-таки очень эпичная осада была, практически заняла нас все время нашей серии, но оно того стоило, действительно. Так, ладно. Агента, куда мы двинем агента? Давайте вперед. Так, и тут где-то у нас еще агентик был, где-то был агентик, или нет? Значит, нет. Так, Гримгар. Я, кстати, подумал, мы Гримгара объединим вот с этой вот ордой, да, которая у нас идет тоже с остатками. Распустим мы грызя. Сделаем одну общую такую. Да. Ну, мы так и сделаем. Общую орду. Поэтому можно, в принципе, часть лучников тут тогда сразу же заранее объединить, чтобы они нам не мозолили глаза. Так, а тут вот этих объединить вместе. Тролли тоже. Так, не тролли, лучше мы тут объединим. Так, башня. Так, ну все, да. Два лучника у нас получается, паучок. Ну ладно, все, разберемся потом по ходу игры уже, когда будем нанимать новую армию. Так, шаман, не знаю, пускай тут стоит. Агентиками повырезали. Ну что ж. Я как бы, как я не хочу играть эту битву. Вы просто не представляете, там столько этой рейхсгвардии сраной. Но надо. Вроде как силы склоняются в нашу сторону. У нас всего лишь один паучок, два тролля. Орда у нас полупобитая. Ну, у нас 16 ранга. Макрушник есть. Кстати, очень давно он уже с нами тусуется. Поехали. Так, ну ладно. У нас есть один таран. Совсем один таран. Сквиги. Они нам, конечно, мало что могут. Чем могут помочь в этой битве. Они просто будут в роли мяса у нас, скорее всего. И их сливать, конечно, я бы тоже не хотел. Они у нас 8 ранга. Так, катапульты. Катапульты мы поставим, я думаю, здесь. Также мы пробьем одну дырку в стене. Обязательно. Да, там мы ее пробьем. Так, таран у нас. Один таран есть. Тролли, тролли, тролли. Тролли надо, знаете, наверное, в самый конец поставить, чтобы по ним башни не доставали у нас. Так, потом наездников тоже назад ставим. Спрячем их. Так, ну таран пускай тогда везут эти чуваки. Паучка мы сюда закинем. Закинем его сюда. Кто тут с ним пойдет парой? Стрелки. Стрелков вперед. Пускай они примут на себя весь удар сразу от башен. Потому что башни опять будут жесткие. Сквига сюда. Макрушник пускай здесь тогда. Ну что, поехали. Стрелков вперед. Так, тут тоже не спать. Быстро вперед, поехали. Конечно, стену мы там вряд ли возьмем.
Все, вперед, 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 вперед. Поехали. Я уже вижу, как нам больно. У нас гоблины вообще сами по себе не непредсказуемые существа. В любой момент могут убежать, прибежать. Так, макрушника мы не переместили. Давайте туда его. Так, ночных гоблинов. В принципе, их по ним пока не стреляю, да, я вижу. Смотрите, как вырезали проныр. Они просто не добегают у нас. Так, давайте, наверное, гоблинов вперед тоже отправляем. Не будем ждать. Что там со стенами? 31%. Паучара. Что он там у нас дойдет? Паучара уже внутри, я вижу. Сейчас мы залезем наверх. Так. Проныры, проныры. Что-то они уже, у них дисциплина немножко. А нет, хотя вроде... Вроде на месте. Ну давайте прожмем сейчас. Так, тыкало с карсника. Дисциплина, дисциплина. Ну давайте вот это. Тыкало с карсника. Как она работает? Ай, понятно. Это надо по плоскости нажимать. Давайте побыстрее, ускорьтесь, пожалуйста. Мортиры заработали. Так, а, он наверхом у нас. Что, давайте тогда вырежем, попробуем. Так, стену мы продолбили с вами. Замечательно. Ой, троллям там достается. Там троллям достается. Так, сквигов не трогаем. Вот этих чуваков можно потрогать. Так, тут что у нас происходит? Блин, таран совсем не идет. Не идет у нас таран. Мы несем потери. Пустые потери несем. Вперед, 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 вперед. Хотя ворота вроде нам не пробили, мне кажется. Давайте тут зажимаем их. Так, тут что у нас происходит? Паучков давайте выпустим. Стрелков мы перебили. Давайте полезем наверх тоже. Вот у нас арава пробивается внутрь. Скарсник тоже пошел сбоку, хотя ему надо было, конечно, лучше тут остаться. Вниз спускаемся. Так, на рейхгвардию мы ворвались. Так, атака в ближнем бою. Что тут у нас еще от отражения от выстрелов? Что-то тут еле-еле наши забираются наверх. Тут мы продавливаем. Так, паучку, паучку нашему достается. Ну, давайте вперед, вперед, вперед. Паучка надо вперед. Там пистолер иначе его уродует нам. Давайте сюда поскакали. Сейчас где-нибудь перехватим их. Вот сюда. Так, троллей, троллей, давайте сюда. Сюда хватаем Димигрип.
Дотянется, интересно, каст у него или нет. По всей видимости, нет. Давайте вниз спускаемся. 6 человек, посмотри, 6 человек осталось, обьются и даже не дернутся. Спускаемся сразу на них. Вот тут выходим на них. Все, помчались. Стрелку сюда ставим. Преследуем пистолеров. Давайте наверх. Не могут, что они там ворота не пробил таран сраный, и сбежали наши проныры. Так, вот сюда вот это дело направляем. Лучники назад. Защита в ближнем бою. Шлем раздора, довольно-таки очень хороший бафик. Его хорошо бы на гвардию нам будет применить. Потом. Да, это нам было, конечно, все раньше заюзать, ну ладно. По крайней мере, не убегут даже от нас. Перекромсаем их. Хватайте их тут. Проходим вперед. Какой мы тут кучей собрались, и по нам палят. Сейчас тролли у нас ворвутся. Так, давайте вот тут пробежим. Давайте обойдем тут. Вот, отлично, сверху по ним стреляем. Так, паучара у нас убежал. Все, тут входим. Там тяжелые мечники встречают нас. Давайте вырываемся, вырываемся, вырываемся. Сейчас картник заюзает свои бафы. Так, паучару обратно отправляем в бой. Он все равно у нас, в принципе, воскресаемый. Мы его потом перенаймем. Он ветеранский, не страшно потерять, в принципе. Тут мы по пистолерам херачим. Вот сюда давайте. А, там никак демигрифов ветеранских тоже не добьем мы. Так, ветерана, ой, нашего чувачка мы можем спрятать все-таки, чтобы его не убили, все-таки 16 ранга жалко терять. Так, что-то у меня, знаете, такое предчувствие, что мы можем сейчас не выиграть. Как я в прошлый раз тоже говорил, не выиграем, не выиграем, и затащили. Не знаю, затащит ли нас карсник в одного. Давайте по пистолерам огонь. Гоним, гоним их. Тут у нас, кстати, один скарсник остался.
Так, давайте вот. Надо отряд с лордом ушарахать. Так, я случайно не то нажал, они сейчас начнут вниз у нас спускаться. Нафиг вниз. Нафиг нам вниз. Да. Так, у нас с вами провалилось. Попробуем сейчас собрать их. Стрелку вниз на распустим. Скоростник тут один вонзается у нас. Не успели зачаржить. Давайте теперь ворвитесь, стрелков, пистолеров. Вошку там порубили. Там еще, блин, целая рейхсгвардия, ёпт. Так, пошлите дальше. Потихонечку проходим. Швырялка у нас тут. Вот если ее закатить сейчас внутрь и открыть огонь, может у нас что-нибудь получится из этого. Да, пистолеры отхерачили наших пацанов на вепрях. Ай, рейхсгвардия сейчас сюда ворвется, ёпт. Все, прощайте, гоблины. Так, там чуваки порешали тяжелых мечников, попробуем задавить пистолеров с тылу, если получится это все дело. Ай, рейхсгвардия бежит. Так, повлияли мы на скорость их? Нет, не совсем. Задавили их. Ваши войска бегут. А, ну слушайте, у нас еще остались сквиги. Вот, шанс зарешать битву. На сквигах тут остались-то пистольеры у нас, да? В основном. Живи, скарстник, живи. Сейчас квиги подойдут. Сейчас убьют скарсника. Карсник убегает у нас.
Так, а те что-то туда аж побежали у нас. Так, давайте пока Рейхсгвардия вся убежала куда-то. Попробуем сейчас похавать тут чуваков этих всех. Давайте, 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 давайте. Лучники тут у нас свернулись какие-то. Сейчас вся надежда на сквигов. Даже Скарсник вдул у нас битву. Проходим, проходим дальше. Проходим, проходим. Хаваем, хаваем. К сожалению, мы Рейхсгвардию вряд ли затащим на сквигах. Давайте, 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 давай, давай, подойди, подойди. Держимся, 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 ну должны же победить. Двадцать пять хп у Скарсника, все, Скарсник погиб. К сожалению, но это, я думаю, проигрыш у нас. Все. Печально, провалилась осада. Так, давайте, отступаем, все. Признать поражение, к сожалению, но это доблестное поражение. Так, что у нас там осталось? Давайте этот отряд нахер распустим тогда. А раз такие дела, будем, не знаю, надеяться, что зверолюды сейчас возьмут их в осаду и добьют за нас. Ну, а мы с вами заканчиваем ход. Так, договор ненападения, ну давайте. И что, взяли они в осаду их? Твари, не смогли вас... Или подожди. Осада, нет, взяли они их все-таки в осаду. Ну, будем надеяться, они там сообща завалят их. Так, груду блестяшек здесь отстроим. Мастерство защиты, что тут у нас еще? Размер ауры. Что-то ВАК совсем не может их догнать. Так, и мы тоже, да, не можем догнать их. У
Ладно, поехали дальше. Все равно эти чуваки ничего не сделают. Все равно они беспомощны. Так, тут Зельцман возьмем в осаду. Разорим. Разоритель. Пускай у нас будет. Так, тут у нас очень большое скопление вражеских агентов. Курон. Там довольно-таки тоже организованная оборона, я вижу. Все равно им всем недолго осталось. Как бы они ни старались, не отбивались от нас. Добьем мы их. Так, давайте тут объединим армии. Так, всех сюда. Единственное, что штраф к воинственности, да, у нас появится. Ну ладно. А вот этого гоним. Все, у нас доход 10 тысяч стал. Так, воинственность у нас, единственное, упадет. Так, это все мы дадим другим чувакам. Три отряда тролля. Вот этих швырялки объединим. Так, поставим пока добирать катапульту. Пускай катапульта добирается. Так, ну что, надо нам штурмовать следующее поселение. Так, тут у нас собралась еще орда. Разрушить. Ну что они тут возьмут поселение в осаду? Ой, точнее, разрушат его или нет? Или все-таки нам придется возвращаться? Так, это сколько ходов у нас карсника вывели из боя-то? 4 хода. Ну ладно. Так, Вак у нас тут появился. Но чуваки, кто варги взяли в осаду поселение, ладно, пускай держит его в осаде, потом сами его разрушим. Так, вот у нас набор открылся. Черных орков доберем. Так. Паучка. Так. Четких пацанов возьмем. Так, тролли, давайте этих объединим, а этих распустим. Вот, вот так вот. Все, пускай набирается войско.
Так, Рипс мочила. Что тут у тебя? Уклонение. Так, слушайте, надо Ожага, чтобы он восстановился побыстрее. У нас же там еще сюжетное здание было. Выиграть битву у имперцев. Бретония, смотрите, как отчаянно просит нас мирный договор. И они, и эти просят. Так, стать вассалом не хотите? Нет, не хотите. Ну идите нафиг. Так, военный союз, нам предлагают зверолюды. Ну ладно, давайте. Так, избыток населения у нас еще где-то есть даже. Где-то у нас города еще растут. И растут. Так, не дошли немножечко мы. Так, тут сколько мы будем наниматься? 5 ходов будем тут наниматься. Так, потихонечку пойдем через восстановление. Так, один ход, да, еще восстанавливается он. Так, убийство. Башконос. Так кто у нас? Ага, ты. Требует 2000 и вступить в войну. Да нет, мы сами справимся с узлами на башке. Зачем нам ваша помощь? Все, пал имперский город. Так, сюда, в принципе, на Гарсель. Я боюсь, тут быстрее нас разберутся с ним. Поэтому пошлите. Мы там собирались северные земли захватить, правда, уже под конец нашего прохождения. Ну да ладно, в принципе. Пускай будут пригодятся. Так, от кого мы отправим, кстати, с вами на Ванзалова? В Курон. Вот этого чувака, или вот этого, кто у нас получше прокачан. А там Ванзалова у нас серьезная предстоит. Так, ну тут войска у нас поболее спортивные, поэтому вот этих отправим чуваков. Переход к армии Вакха, и армия Вакха у них нормальная. А этих тогда мы давайте отправим заселять территорию. О, тут Мариенбург бретонцы взяли. Кстати, Альдорф спалили, замечательно. Это замечательно. Так, оккупировать. Блестяшечки. Так, ну все, давайте Ожага отправим на битву. Так, из города вывести. Я понял. Так, и тут смотрите, довольно-таки силы у нас получаются равные. Танк 9 ранга будет выступать у них. Куча мортир. Артиллерия у них серьезная. Ладно, поехали. Listen up, boys. They started calling me the Slaughterer. I like that name. Let's not disappoint them.
I said shut up! We'll go south later! I got some business here first! И как нам предстоит-то через болото пробираться, я чувствую. Разгромите человеческую банду. Так, тут силы у них сгруппировались на верхушечке, так неплохо. С арт-поддержкой. Так, тут мы сможем, да, в принципе, подняться. Так, тут мы... Ага, тут мы не обойдем, подождите. Так, тут поднимемся. Тут сзади тоже сможем подняться. Там налетчики у них находятся. Так, понимаю, нам надо будет штурмовать эту часть. О, куда-то там Мильди решил пойти, не понял я. Давайте его перейдем. Кому они стреляют, я не пойму, единственное. Сейчас мы их тут обойдем. Наверх, наверх, пошлите. Так, там еще подкрепление подошло, я вижу. Это танк подъехал, кстати. А там мортирки, слушайте. Громим мы всю эту банду. С артиллерией. Пацанов наверх поднимаем. Чем мы тут копичков не раздаем, что ли? Вроде окружили же их неплохо так. Толпой. Где наш шаманчик? Давайте взрыв устроим. Давайте, давайте, орки, побыстрее поднимайтесь. Надо мортиры обязательно разнести, которые вдали у нас стоят. Иначе не дадут нам просраться. Ёх, чуваки, вообще у них упала мораль полностью, но они стоят, бьются. И никуда не собираются уходить. Так, тут сейчас это, чувствую, нас разобьют, надо отходить.
Так, пацанами вот так оббегаем. Давай, давай, кастуй, 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 кастуй. Ай, поздно. Так, оббегаем. Ой, куда вы побежали? Давайте сюда. Догоняем арбалетчиков. Блин, как вы так туда заблудились-то? Давайте по налетчикам весь огонь сконцентрируем. Так, вот мортиры вырезаем. Догоняем стрелков. Так, чуваки. Давайте поедем. Так, у нас остался только танк. Урон от выстрелов давайте занизим ему. Дисциплина. На дисциплину он не влияет. Мы, в принципе, всех разнесли с вами, нам осталось только добить танк. Ну, пускай Ажак с ним справится, я думаю. Все, спалили танк. Разломали, разобрали. Пополнение отрядов. Ну и все, выполнили мы задание, да, я так понимаю. Задание выполнено. Совершить налет на следующий регион, Веча. Ага, это еще не конец. Так, 26 ранг получили мы. Так, из Дуны. Поехали тогда. Закончили мы исследование. Колесницы. Давайте. Дисциплина плюс 5 для паучих наездников. Броня для колесниц. Что нам взять-то? Сила оружия для ночных фанатиков. Мирный договор империи все-таки пробуют заключить, оставаясь последним городом. Так, скарсник у нас готов возглавить армию. Так, давайте ускоримся. Нам на Веча сюда. Так, на новую горку мы изучили. Авникчар.
Повышение ранга. Так, и пацанчик придурок. Так, ну тут мы все вроде сделали. Груда блестяшек строилась. Лагерь Скарстика. Пошлите дальше тогда. Сколько у них осталось-то? Провинции? Раз, два, три, четыре провинции осталось. У узлов на башке. Так, вот это дело давайте мы разграбим. Что-то они тут заблудились. Какого-то фига. Осели тут без нашего разрешения. Нечего тут делать. Так, ну я предлагаю, знаете что, раз Скарсника нам надо куда-то с вами запилить, я предлагаю его запилить сюда, пускай он у нас возглавит вот это войско довольно-таки неплохое. И отправиться дальше. Ну, а на этом наш ролик подошел к концу. С вами, как всегда, на связи был Брайан. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Всем спасибо и удачи!